Итак, всем привет! Что ждет неподдерживаемые компьютеры на Windows 11 в 2022 году? По заявлениям Microsoft, Windows 11 2022 года будет еще быстрее, чем версия 21H2. Кодовое название Windows 11 22H2, то есть 2022 года, Cooper. Так что же ждет неподдерживаемые компьютеры? И те компьютеры, которые в данный момент работают на Windows 11. Когда выйдет данное обновление 22H2, это осень 2022 года. Мы можем также зайти на сайт Microsoft, допустим, да, скачать Windows 11, нажать. И здесь будет уже не просто Windows 11. Ну, тут будет написано Windows 11, то есть мы выбираем Windows 11. Но когда мы скачиваем Windows 11, здесь будет уже версия 2 написано. Ну, допустим, как бы название образа будет версия 2. Мы его открываем, берем вот это, распаковываем папку, создаем папку, распаковываем, заходим в папку ресурсы, ищем файл Compat Appraiser Resources и удаляем корзину, чтобы отключить проверку совместимости с CPM2, нажимаем Setup и вот далее проверяем наличие обновлений. Программа установки делает это автоматически. То же самое будет и через год, ровно то же самое. Все те вещи, которые я говорил по поводу обновления из десятки и так далее, все будет работать, если вы будете обновляться с Windows 11 21H2 на Windows 11 22H2. То есть крупные обновления будут требовать удаления вот этого файла. А мелкие обновления, что я подразумеваю под мелкими обновлениями? Давайте посмотрим, где это, журнал обновлений, вот. Накопительное обновление, допустим, вот. Ну, я обновлял с десятки систему. Вот, обновления для Windows SV. То есть они накопительные, вот такие мелкие. Они будут ставиться без проверки CPM. Еще можно сделать вот так, чтобы получать обновление в канале предварительный выпуск. Релиз превью. На Windows 10 входим в программу предварительной оценки, делаем обновление из образа Windows 11, так как я только что показал. И потом у вас будет вот такая вот картина. Если Windows 11 22H2 придет вам в центр обновления, мы делаем следующим образом. Мы заходим на диск C, мы заходим в три точки, параметры, вид. И пишем здесь «Показать скрытые файлы, папки и диски». Применяем. И у нас вот такая папочка появляется. Называется она Windows BT. Здесь мы заходим в папку Sources. И опять же удаляем вот этот файлик. Compat Appraiser Resources. Который был здесь. Я его удалил, видимо. Да. Вот этот файлик удаляем из папки Windows BT, и обновление продолжится. Неподдерживаемые компьютеры также будут получать обновления, но перед крупным обновлением нужно проделать те же манипуляции, что при обновлении здесь с Windows 10. Удаляем файлик из образа, идет обновление. Удаляем файлик из Windows BT, идет обновление. То есть без разницы, абсолютно без разницы. Еще один вариант. Который рабочий, который впервые показал я на канале, я вычитал это в интернете, нашел эту утилитку и показал это на канале. Значит, Offline Insider Enroll запускаем. Как правило, финальные версии Windows 11 перед тем, как попасть ко всем, попадают в бета-канал и в релиз-превью. То есть мы запускаем от имени администратора эту утилитку и нажимаем бета-канал. И также можем получить версию 22H2, когда она будет в бета-канале.
Мы также идем на диск C, открытые файлы, папки и диски, заходим в эту папку, ресурсы, и удаляем файлик compatapriser resources. Вот все методы обновления, которые работают, и которые будут работать дальше. 22H2, 23H2, 24H2, Windows 11. Еще есть сайт changewindows.org. То есть смотрите, про что я говорю. В канале превью, релиз превью, сборочка 376. И в бета-канале 376. Это финал. То есть если мы обновляемся с десятки, мы обновляемся либо из образа, либо из бета-канала. Вот. Используя Offline Insider Enroll. Вот этот канал, это уже общедоступный для всех пользователей. То есть, видите, здесь developer, то есть следующая версия Windows, которая разрабатывается. А это все финальные сборки. Windows 11 22H2 будет 3 раза быстрее, чем Windows 11 21H2. Google заявила, что выпустит сервис Google Play Games для Windows 11 и Windows 10. Что предоставит пользователям, то есть нам с вами, доступ к Android играм, к большинству Android игр. Это хорошо, мы будем за этой темой следить и сделаем обзор тоже этого вот сервиса. Также в версии 22H2 обещается официальный релиз Windows Subsystem for Android, то есть подсистема Android приложений для Windows. Будет официальный релиз. Я ухожу неподдерживаемого компьютера, буду собирать себе поддерживаемый. Но вот как сделать поддерживаемый компьютер неподдерживаемый? В BIOS'е отключить TPM, то есть тема неподдерживаемых компьютеров Windows 11 остается на канале, остается и будет развиваться. Если мой компьютер будет поддерживаемый, это ничего не меняет, я просто выключу модуль TPM в BIOS. И мой компьютер опять станет неподдерживаемым. Для того, чтобы снять для вас какой-либо ролик на Windows 11, я буду отключать Trusted Platform модуль. Сегодня, 26 декабря, каналу исполняется 3 года. За эти 3 года произошло очень много событий. Я надеюсь, что мы с вами вместе сделаем канал лучше. Спасибо всем, с наступающим Новым годом! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, мы с удовольствием с вами пообщаемся. До новых встреч в новом году! Всем пока!